радость моя, истинные, решившиеся служить Господу Богу, должны упражняться в памяти Божьей и непрестанной молитве к Иисусу Христу, говоря умом: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». В часы же после обеденные можно говорить сию молитву так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Богородицы помилуй мя грешного». Или же прибегать, собственно, ко Пресвятой Богородице, молясь: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Таковыми упражнениями при охранении себя от рассеяния и при соблюдении мира совести можно приблизиться к Богу и соединиться с Ним. В церкви на молитве стоять полезно с закрытыми очами во внутреннем внимании. Если в молитве случится плениться умом в расхищении мыслей, тогда можно смириться перед Господом Богом и просить прощения, говоря: «Согреших, Господи, словом, делом, помышлением и всеми моими чувствами». Когда же ум и сердце будут соединены в молитве, и помыслы души не рассеяны, тогда сердце согревается теплотою духовной, в которой воссияет свет Христов, исполняя мира и радости всего внутреннего человека.